И сейчас срочное сообщение информационных агентств. Папа Римский Бенедикт XVI намерен покинуть Святой Престол. Как сообщает итальянское информационное агентство ANSA, политик заявил об этом сам во время обряда канонизации святого Отранта. По словам представителя Ватикана, на такой шаг Бенедикт XVI решился из-за проблем со здоровьем. Место главы Святого Престола останется вакантным до новых выборов. Добавлю, последний раз папа отрекался от престола почти 6 веков назад, в 1415 году. Это был Григорий.